Так. Ну что, зашли? Или никого нету? Что-то вас там не видно нисколько. Так, вам видно? Добрый день, вам меня видно? Да. Не понял. Спи. Так, подождите маленько. Вы сделайте так, чтобы там никто не мешал. Никто не мешает. Вот, стыд, тихо. Так. Да когда бьется, когда... Я всех предупреждаю, сначала надо мне написать, свободен я или нет. А я должен был все урок там... А, извини. Новый урок прекратить, скорее на вас выйти. Дело в том, что мы оба стеснять тогда будем друг друга. А написали бы, я бы сказал, сейчас, минут пять я закончу, и тогда подойду. Вам видно, как голуби... Извините, пожалуйста. Вам видно, как голуби летают? Видно, видно. Ну ладно, давайте назовите фамилию, имя, где вы находитесь. Называйтесь, где вы находитесь, фамилия, имя. Кутар Восточный. Непонятно, что-то плохая связь. Связь плохая, да. Опять все прекратилось. Ничего нет. Ну, что сказать на это? Григорченко Владимир Александрович. Понятно. Проживаю. Старопольский край, хутор. Понял, Старопольский. Что-то так плохая связь-то такая. У вас, наверное, телефона-то? Вы разговариваете через телефон. Может, связь плохая здесь? Он говорит, моя связь плохая. Да, у нас-то хорошая связь здесь. Ну ладно, я вас слушаю. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Вы скажите, не против. Не против. Я вас слушаю, пожалуйста, дорогой, говори. Я вот сам христианец, Евангелие, евангелист. Правильно это вера или нет? Неправильная, потому что евангелистов только 4 было. Откуда вы взялись-то? По Библии идет. В Библии нету такого, чтобы евангелисты новые были. 4. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. А вы самозванцы. Почему самозванцы? Мы не самозванцы. Ну а кто? Я сейчас себя царем назову. Я царь. Какой я царь? У меня пенсия 8141 рубль, 33 копейки. Какой я царь? Не, а мы христиане, дедушка, вот христиане. Христиане. А откуда евангелисты? Что христиане, я согласен. А что евангелисты, это выдумка. И 4 евангелиста за всю историю было. 4? 4. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. А, Лука, ну. А вот, скажем так, вот и приезжают пасторы ко мне приезжают. Так, слушайте, пасторов нету. Когда говорят пастор, это значит еретик. Есть пастыри, а это одна буква О указывает, что они никакие не христиане даже, еретики. Пастор, такого не было в христианской истории. В христианской истории никогда не было пасторов. Пастор, это означает еретик. Иди. Конечно. А говорят, и пастырь, как Иисус был пастырем, пастух. Пастырь, я согласен, но пастор такого нету. Пастырь, да, пастух. Пастырь. А у них пастор, о показывает, пастор. А надо, ну они так себя называют и обнаружили, что они никакие. Пастырь это пастух, а пастор это никто. Пастырь, пастух. Да, пастор. Они не в церкви ходят. А вы сам верите? Да. Мы верующие православные христиане. Мы верим в Бога.
Мы от апостольских времен идем. А все эти, которые называются пасторами, им 200 или 300 лет больше нету. Им никто не давал права основывать новую церковь. Ее врата они не одолеют. Это обманщики. А вот скажите, пожалуйста, вот скажем, а свидетели Иеговы? А это даже не христиане. Это так, проходящие мимо. Они не верят, что есть Святая Троица. Они не верят, что у человека душа есть, вечное мучение. Они Библию полностью отвергли, написали свою книгу, назвали новый всемирный перевод. Их даже еретиками нельзя назвать. А вот, скажем так, а мы верим в Святой Дух, где есть человека, плоть есть, дух есть, когда человек умирает. Ну, у человека душа, мы в это верим. Душа, Бог вдунул дыхание жизни в эту статую, которую сделал из глины, Адама. И человек стал душой. И когда апостол Павел проповедовал долго, и там упал с окна юноша Евтихта, и разбился. А он подошел и говорит, не печалься, душа его в нем. Душа в нем. А в другом месте, говорится, и возвратилась душа в его тело. Душа выйдет, тело мертво. Тело без духа мертво. А душа называется духом. Тогда вы, дедушка, подскажите, пожалуйста, вас как зовут? Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонов. Скажите, пожалуйста, как мне детей крестить? Знаете что, определенно и четко надо сказать, что если вы крепко верующие, православные, не хотите, чтобы дети ваши были бесноватые, тогда пойдите вместе с женой, даже без всяких этих, и тогда креститесь. Но надо три условия, чтобы было, три условия. По порядку давай. Первое, чтобы ты был верующий, и жена верующая была. Второе, вы сами были крещены правильно, в троекратное полное погружение. И третье условие, чтобы это было бесплатно. Если ты деньги будешь платить, это будет недействительно. Это грех симонии. Но у нас тут церковь деньги берут. Скажите, я помогу деньгами, там поработаю, но за крещение, чтобы не брали. Это грех, смертный грех, тяжелый грех. Симон Волк пришел, апостолу говорит, дайте мне власть за деньги. И он говорит, тебе в погибель это будет. А вот скажу я вам, дедушка, когда я крестился на речке. Меня пастор крестил. Пастор это еретик. Это не действительное крещение. Это обман. Крестить может только священник в церкви. Или в озере, или на море, или где-то. А им власти не дано. Это они придумали сами. Они от церкви отделились. Это наследники Дафана, Аверона и Корея. Числа, 16 глава, считайте. Ага. Просто я вот и про вас слышал, я позвоню дедушке, я спрошу, как правильно уверовать. А я не дедушка. Я молодой. Пусть вас Бог благословит. Да, возраст зависит от востребованности. Если ты никому не нужен, ты в 20 лет уже скорчужился, а мне 80 лет, я успеваю везде. 80 лет мне. Дай Бог вам больше. Спаси, Христос. Правильно крестить в церкви. И чтобы крестили в полное погружение. Вот если бы вы были здесь, мы в Алтае находимся, в Барнауле, то у нас нынче крещение в озере будет 7 июля. Но от вас далековато. К нам приезжают из Германии, даже из Франции крестятся. У нас священник заходит в воду, и туда заходит, кто крестится, в воду. А, ну. Вот у меня, вот скажем так, у меня вот дядька иеговист. Но я не иеговист, я не свидетель Иеговы, я христианин. Христианин. Это сегодня называются даже те, которые не православные. А вот мы не боимся назваться, я православный, и все понятно. Это означает, что мы церковь.
от апостольских времен. А вот баптисты, адвентисты седьмого дня, мормоны, я христианин. А я спрашиваю, а начинает говорить, какая конфессия, какая деноминация. А я говорю, это два слова, которыми сатана прикрыл ересь. Надо спрашивать, к какой ты ереси относишься? Какое название вашей ереси, скажите? У меня? Да. Вы христианин. Вы православный? Христианин, это понятно. Да. Вы православный? Православный. Ну, это дело другое. Да. Бороду не брей, усы не брей, как мусульманин. Да. Усы-то зачем бреешь? Это нельзя делать, как мусульманин. Ну, нельзя. Надо с бородой быть, да? А Христос с бородой был? Христос? Бородой. А апостолы? С бородой. А борода, а пророки? С бородами. Ну, а ты-то кому подражаешь? Миру. А дружба с миром есть вражда против Бога. И кто любит мир, то нет любви отча. Я люблю. Как ты любишь, когда ты бреешься? Ты обманщик. А почему бреешься? Блудодейная ересь. Это мужчина-подкаблучник. Баба почему? Там. Да потому. В доме две мамы. А как приехать к вам? Как вам приехать? Как приехать? На молитву, олигарх. Я вам скину маршрутку. Сейчас поговорим, как только. Вы не уходите. Я вам скину свои данные все. Телефоны, как проехать, все скажу. Только бороду не прикасайтесь больше. Бритву выбрось сегодня же. И не слушай, что жена скажет. Ты глава. Че ты такой горбатый? Видишь? Во. Ты мужчина, глава, а жена доучится в безмолвии. А учить жене не позволяю. Учить жене не позволяю. Кто говорит это? Павел. Павел, да. Вот так надо учиться. В этом вопросе ты должен быть очень строгий. Жена за тобой как за скалой должна быть. Она знает, ты никогда не покинешь, не изменишь, заработаешь. Ты хозяин, но сказал слово. Она письмо написала, пока ты аминь не поставишь, она не должна отсылать. И это истина. Да. И ты себя чувствуешь, что ты мужчина. А это бреют бороды, называется блудодейная ересь. Блудодейная. Это блудницы любят, чтобы мужчины были бритые. А как, да, с бородой ходить? А я же сейчас говорил, Христос с бородой. Посмотрите, по порядку. Фридрих Энгельс. Посмотри, какая борода. Фридрих Энгельс. А слышал такого? А у Карла Маркса поменьше маленько. А у Владимира Ульянова только бородка. А Иосифа Джигашвили, Сталина, только усы. А Никиты Сергеевича уже и на голове ничего нету. И все по порядку идет. Угу. Ну за это власть берется. С бородой идешь, власть берется. Да. Сегодня обследования идут. НАТО. НАТО это серьезная организация в Америке. И специальный спецназ готовят. И вот в спецназе люди есть с бородой и без бороды. Специальный опыт были. Без бороды все вернулись целыми. И оружие у них никогда не подводило. А так сказать, с бородами. Это военные были, которые. У них спокойно. Во-первых, грудь не мерзнет. Его там мусульмане за своего признают. У вас еще во рту? Вы еще курите, что ли? Ну, курю. Да ты еще дуришь, мужик. Я тебя никогда не приму. У нас даже территории деревни нельзя находиться. А я курю, со мной разговариваешь, обнаглел совсем. Потуши и выбрось. Я прикурил, отдал человека. Это... Иоанн Кронштадтский говорит, уста, рот курящего, демонская кадильница, демонская. Это демон толкает. Все понял. 12 лет тебе жизни отнимется. Все понял, дедушка, понял. Ты не бросишь, будешь подбирать. Это не годится. Какое тебе крещение, когда ты куришь? Ну что надо? Не, я подкурил, я другому отдал. Попросил подкурить, я подкурил. Нет, нельзя.
Никак. В доме папиросы не держи. Сегодня не ложись спать, пока не уничтожишь все. Потому что Господь против этого. Мы храм Бога живого. Храм Бога живого. А ты в него напускаешь дым. Какой дым? Дым-то дурной травы. Ничего себе. Похвалился. Это же Господь тебя разоблачил, обманщик. Драть тебя надо за это. Я так и знал. Будешь сказать. Подожди, что говорил, не слышно. Замкнул. Не курит человек, христианин. Зато христианин, а он курит. Неправильно. Я согласен с вами. Ну, понимаете, не надо. Это не игра. У нас везде табличка в деревню. На территории деревни курить запрещается. Кто бы ни приезжал, у нас никто не курит. Деревню строим 27 лет православную, и ни один человек еще не курит. А примерно вот к вам как приехать можно? Да как курящим я, наоборот, тебе не дам никакого адреса. Зачем к нам приезжать, если ты куришь? Нет, я сам не курю, я прикурил, отдал человеку, все, я не курю. Вот покажи курит, этого вон. Человека, покажи. Сейчас покажу. Давай. Здесь. Вон он лежит. Темно в хате. А что он лежит? Темно лежит. А вы в какой национальности вы? Цыгане. Вот так я и понял. Обманщики. Не, почему нет? Воровать и ворожить только умеют. Не, Господь, нет, дед, нет. У меня, а мы рабочие, в колхозе работаем, а мы не такие, нет. Вы работаете таксистом, да? Нет. А кем? Я раньше работал скотником. А сейчас? Сейчас пока дома сижу с детьми. Так мы с вами второй раз встречаемся? Нет? Это другой цыган. Да? Я еще в жизни верующих цыган не встречал. Всякие нации были, а верующих цыган не видал. Они, если есть, то обманывают. Это ты разговаривал с Петром, цыган? Да. Это не годится так. К нам цыгане приезжали, пока разговариваешь с одним, а другие уже во дворе там яйца у куриц все воруют. А, это грех. Это грех, дед. Моя тетка и говорит, и не стыдно, молодые не работаете. Она говорит, а ты работаешь? Она говорит, я одна без мужа детей ращу. Во время войны мужа потеряла. И поэтому, она говорит, а тебе не стыдно работать? Она говорит, как работать? А нам стыдно работать. И вот, знаешь, когда Христа распинали, и гвоздь один цыган своровал, а там муха села на лоб, он говорит, а вы уже забили. И Христос сказал, я вам разрешаю воровать. Это цыганское Евангелие. А цыганское Евангелие? Да. Дед, а вы там давно веровали? 23 года мне было в 62-м году, 56 лет назад. А это раньше, за это раньше сажались? Что? Он говорит, раньше за это сажались. Я отсидел, 5 тюрем прошел, лагерь. Меня 26 лет психиатрия только мучила. И кололи, растягивали, еще только со мной не делали. В морозилке морозили. Я весь изжаренный... прокрученный. Но нигде Господь сохранил, я не попятился от них. Я и по милости Божией издал даже среди книг, 50 книг насчитал, распространил на магнитофоне. И среди них брал интервью репрессированных, которые люди были. И архипелаг ГУЛАГ в первой стране распространил, насчитал. И меня власть рубила по полной программе. Деда, ну-ка, вот я понял. А вот, скажем, собираемся, собрание у нас проводим, Слово Божие считаем. Так. Евангелие, Библия есть? Евангелие. Да. У кого? Вот, у нас есть Евангелие, а как же? Вот оно, смотри. Старый Завет, Новый? Считай внимательно, смотри. Считать умеешь? Не, дед, считать не умею. Ну давай, давай, считай. Не умею, дед. Не, написано Ветхий Новый Завет. Угу. А что не учишься считать-то? Цыгане детей в школу не отдают.
Вот сейчас а у меня... пишут наркоманы, там громят их, арестовывают, сажают. Люди их просто... наркотики продают, людей отравляют, кладбище наполняют. Цыгане. У меня дочка в школу ходит, сын в школу ходит. О, это хорошо. Молодец. Я живу в хутор Восточный, Ставропольский край. Ставропольский край, я знаю. А Петра, как вы знаете, он вам близкий? Близкий. Моя сестра за ним замужем. А я ее видел, она без платка. Ну, нельзя так. Нельзя, конечно. Тем более цыгане. Цыгане в этом вопросе хорошо смотрят. А у нее длинное платье всегда носят. И в магазине смотришь, она под платьем, у нее там можно 10 прилавков обобрать. Берет и прячет. Ну, дед. Дедушка, и как вот я похрестился Евангелием? Похрестился. Хорошо. Мы Евангелие раздавали, только в окрестных селах мы раздали больше 30 тысяч Евангелий. В воде. Подарили. Так, вы не православные. Я говорю, у нас собрание, в церкви нет собрания. Там есть богослужение, литургия. Ну, я вот, как объяснить, я христианин, в церковь вот захожу, таскаю хрестики, таскаю, иконы верю. Ваша организация как называется? Евангелие. Нет, 70. Организация как? Баптисты, адвентисты, харизматы. Название-то есть? Есть. Пятидесятники. Пятидесятники, я знаю. У них почти 100% бесноватые. Ну, когда молимся, Дух Святой касается. Это не Дух Святой, Дух Лукавый. Я среди этих пятидесятников получил Евангелие. Я знаю их хорошо, я у них проповедником был. Они там бормочут, нет никого, ничего, они не понимают даже, что в третьем веке уже языки прекратились. Они очень психические. Из них многие в дурдом попадали раньше. Ну, а иные языки? Что вот это такое, дед? Иные языки, которые были, и незнакомые языки. Иные – это английский, французский, немецкий, испанский. Это иные. А незнакомые, которые никто не знает. И есть толкователь, который растолковывает. Языки даны для неверующих. Для неверующих. Если ты веришь, что тебя Бог спас, Христос умер, тебе не надо ничего больше. Это было знаком, что их Бог принимает. Вот как в доме Корнилия, Деяния 10 глава. Что у вас там это, аппаратура так падает или что? Ну. Прям как-то мещется там. Так вы вот смотрите, вы говорите, я раскуривал другому человеку. Вы в рот-то зачем эту пакость берете и в доме курят? Этого нельзя. Вы этого человека выпроводите и больше никогда не пускаете, пока не бросит курить. Понял, дед. По-другому никак нельзя. Вы будьте решительны. Понял. Все. Пятидесятники. Надо в православную церковь ходить, а не к пятидесятникам. Они-то появились где-то... Ладно. Ну, говори. Ну, вот, скажем, иконы. Их нарисовал художник, а мы поклоняемся им. Это правильно, дед? Вот теперь ты заговорил уже как полный сектант. Уже ничего не... Тут вас надо ловить на иконах. Слушай, это написано в 20 главе книга «Исход». Не делай никакого изображения. Ни того, что на земле внизу, ни того, что на небе вверху. Ни того, что ниже земли в водах. Так? Но? Ну, согласился? Нет. Ну, Господь говорит, не делай никакого изображения. Как нет-то? 20 глава. Изображение. Он живой Бог. Я и говорю, что Бог живой, говорит, не делай никакого изображения. Ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле внизу. Исход, 20 глава. Ну. Ну, ты в это веришь? Я верю в Бога. Нет, ну про иконы-то вы заговорили. Я вас и стараюсь разговаривать, а я в Бога. Тогда и сиди. В иконы я верю. Я не в иконы говорю, просто вы отвечаете. Бог сказал, не делай никакого изображения. Все сектанты берут это. А у вас иконы, иконы молитесь. Написано, не делай. Мы говорим, да, написано.
А почему, я говорю, 25 главу не считаете, а только 20? А в 20 главе написано: сделай изображение, иконы двух херувимов, сделай. И перед ними повергайся. Вас дурят просто ваши воспитатели. А я говорю, а Христос приходил в храм? Ну да. Он прогнал там торгующих и говорит: дом мой, дом молитвы наречется. Вы в это верите, что Христос был в храме и назвал дом мой? Да. А в какой храм он пришел? Кто его построил? В Иерусалим. Я не спрашиваю, где, а я говорю, кто? Бог построил. Нет, люди строили. Кто архитектор? Я не знаю, дед. Первый храм строил Соломон, а до этого была Скиния. Соломон. Третья книга Царств, третья, пятая главы. Но вторая Паралипоменон, 25 глава, говорит, пришел царь Навуходоносор и разрушил храм этот. И все сосуды золотые все вынес. И только при Кире, императоре, было возвращено Израилю. Это считал? Нет. А в книге Иезекииля, 41 глава, 17 стих, написано, второй храм построили, Зарававелев. И в этом храме Господь говорит, сделай иконы. Икона – это изображение. Греческое слово – икон. Сделай изображения резные, снаружи и изнутри, от пола до потолка. Христос пришел и говорит, это дом мой, это не капище. А у вас ни одной иконы нет, где вы собираетесь, пятидесятники. У вас ни одной иконы нету. А вот скажите, пожалуйста, вы старый верующий, или как? Я родился в старообрядческой семье с детства. Я с детства, там года три было, я уже верил. Я знал, посты не нарушать боялся, мне Бог дал страх. Он избрал меня. Я служил в армии, но никогда не слышал слова «Библия». И только в 23 года мне ее дали в руки. А в это время я работал на корабле, учился в мореходном училище. Я здоровый, сильный, с деньгами, а внутри пустота. И когда дали Евангелие, через полчаса зашли, я уже верующий. Склонились, я впервые помолился своими словами. И иду вот этим путем 56 лет. Понял. Вот так. 56 лет я иду этим путем, бескомпромиссно. Я изучил там мусульманство полностью, буддизм. Понял, что это человеческое. Господь говорит, кто хочет узнать учение мое от человеков или от Бога, я сказал, начни исполнять. Я сразу стал его исполнять. Я увидел, это божественное. Человеческих законов таких нету. Полное самоотвержение должно быть. Должны платить десятину. Даже Евангелие проповедовать, благовестие по всему миру. Ну. Ну вот и все. Я уверовал и сразу... Да. А Евангелие, что такое? Евангелие – это благая весть, добрая о Христе Иисусе, о Его жертве за нас. Ибо верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную, а неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Аминь, аминь. Считали эту главу, считали. У нас курить нельзя, пить нельзя, ругаться нельзя, блуд нельзя. Ну и хорошо, молодцы. У нас. Если вот это блуд все, если все есть это, если такое все у вас есть, а вы не в церкви, вам только в космонавты идти. Почему? Да потому что вы не в церкви. А хорошие люди, не пьете, не курите, не воруете, не ворожите. Замечательно. А давай так. А Иисус где молился Бог? В храме молился или на улице молился Иисус? И в храме, и на улице. И апостолы молились в храме. Третья глава уже мы считаем. Вторая – это Дух Святой сошел, Деяния апостолов. А в третьем – Петр и Иоанн шли вместе в храм. В храм шли в третий час дня. Вот давай так. Вы дома молиться, молитесь в доме, все дома время. У себя. Вот у нас есть оружие такое, щетки, и мы молимся 7 раз в день, не считая утренней и вечерней молитвы. Это 3 святое и 100 поклонов. Это за один раз. А почему ты не в церкви молишься, а дома молишься? Ну, молимся мы субботу, воскресенье в церкви. А где же в церковь находишься? Это же не рядом. В церкви субботу и каждое воскресенье. Ну так, а мы дома молимся. Мы дома молимся, только в субботу-воскресенье мы должны быть обязательно в храме.
Обязательно. Ну, поэтому я говорю, бывает далеко от меня храм. Ну, это я так, дома молюсь. Ну, так, то, что это по обстоятельствам. Тем более маленькие ребятишки, береги их. Вот я дома молюсь, приезжают ко мне верующие. Нет. Это... Дима, про Бога. Ты хотя бы один раз дома помолись, а следующее воскресенье соберись и съезди в храм. В Ставрополе не один храм в городе. Там был из Алтая, там был митрополит Гедеон, Докукин фамилия его. Ну что? Ну дальше. Ну все, хорошего, все. Деда, вот это вот говоришь, Святой Дух сходит на человека. Да. Дух Святой, когда сходит, в нем все преображается. Он делается другим человеком. Тело у него горит, скажем, он тепло, так хорошо, сердце радуется. Радуется. И если Дух Святой на тебе есть, ты никогда брить бороду не будешь. Зачем ты искажаешь образ Божий-то? Тебя Бог должен обличить. Ты любишь мир. В тебе нет любви очи. Да еще папиросы кому-то раскуриваешь. Ты вместе с ним отвечать будешь, кому раскуриваешь. В своем доме дети смотрят, учатся. Игра какая-то. А у вас что в доме, голуби? Да, у меня три голубятни, две там в деревне, одна наверху. А здесь еще я в доме держу, пару летают. Они воркуют хорошо, я люблю голубей. Я сам голубятин дед. А вот. У меня разные породы были, но забрался колонок и всех съел, этого, зарезал. У меня было 6 пород разных. А сейчас у меня тут нету, краснодарские были, сейчас нету, только такие, как бойны, или как они их называют. Одинцы. Да. Ну что, вопросов нет, расстаемся? Есть. Почему вы, скажем так, вы сейчас Бога верите, а сзади у вас иконов нету. Почему? Так потому что иконы вон в переднем углу. Голуби летают, я их закрыл. Так это, материя, иконы, чтобы не запачкали. Ну и все, уходим. Мы уходим. Я трижды прокричал и развод. Григоращенко, Владимир. Опять Владимир. Владимир — это как нарицательное имя. Вот человек. А человек, значит, сразу знаю, Наташка или Владимир. Вот казахи, киргизы, когда они человеку говорят там где-то, а я себе там Наташку нашел. Так. Алло. Да, я слушаю вас. Мы должны расстаться сейчас. Всего хорошего. Давай, до свидания. До свидания, с Богом. Так что ходи в православную церковь. Аминь. В православной церкви детей крести. Всего хорошего, с Богом. А там деньги? Не давай деньги. Не... Деньги давать нельзя. Скажи, в другой раз я просто приду, помогу вам или что-то. Деньги давать нельзя в церковь. За крещение. Николай, это Владимир, я тебя очень прошу, не делай этого. Они просят, просят, где деньги, как-нибудь. Не снись, скажи, это грех симонии называется. Все. Делает снимок. Давай, до свидания. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Аллилуйя. Делает снимок.